Для пожарных выходные не оказались днями отдыха. Горели дома и постройки в разных уголках области. Накануне вечером в поселке имени Карамзина пожар произошел в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома. Пострадали и квартира, и житель. 17-летний молодой человек с диагнозом отравления угарным газом был госпитализирован в больницу. В селе Красная Сосна Базарно-Сызганского района огонь вспыхнул в нежилом доме и дощатых пристройках. Развитию пожара способствовало позднее сообщение в пожарную охрану. Уничтожены пристрои и кровля дома. И две бани изрядно пострадали в минувшие выходные в селе Крестово-Градище Чердаклинского района и в поселке Октябрьском Радищевского района. И в том, и в другом случае предположительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов.